Цитрусовые фрукты любят люди по всему миру. Их добавляют в различные блюда, закуски, в чай или кофе. Своеобразная кислинка, присущая цитрусовым, ценится во всех кухнях всех известных нам стран. Самым ярким представителем цитрусовых является лимон. Что вы знаете о лимоне? Известно, что еще древние греки знали о существовании этого фрукта и выращивали его не только с целью употребления в пищу, но и для лечебных целей. Уже тогда он носил и некое символическое значение. Лимон служил эмблемой праздника бракосочетания. Значение в мире и древней культуре. Вообще, официальной родиной лимонов считается Индия, откуда фрукт попал сначала в Азию, а затем и в Европу. В Россию он был завезен во время войн Александра Македонского и быстро обосновался в повседневной русской жизни. В помещичьих усадьбах появилась своеобразная мода на выращивание лимона. И неудивительно, ведь уже тогда его начали добавлять в чай и некоторые блюда. Противоцинготные свойства лимона были открыты еще Джеймсом Куком во время одной из его многочисленных экспедиций. Во время долгого плавания у него на флоте бушевала эпидемия цинги, и он первый понял, как защитить моряков от этой страшной болезни. Впоследствии за свои заслуги он получил золотую медаль Королевского общества. В еврейской и индийской культуре лимон олицетворяет урожай. На празднике Кущи, один из основных праздников еврейского народа, лимон, иначе называемый трогом, держат в левой руке. Говорят так: есть люди, соблюдающие все законы Торы. Они имеют вкус. Есть люди, совершающие благие поступки. Они имеют запах. У этрога есть и вкус, и запах. Он символизирует праведников. В христианстве лимон – это знак верной, настоящей любви. Объясняют это тем, что лимон – растение, которое плодоносит в течение всего года. А вот в Испании лимон символизирует, напротив, любовь горькую, несчастную. Видимо, не нравится испанцам вкус этого фрукта. Кстати, лимон, наряду с лавром, ветвью оливы и терном, стал одним из общепринятых мировых символов. Отто Юльевич Шмидт предложил сделать его символом мира и дружбы между 126 странами. Общее значение. Что же еще может обозначать изображение лимона на теле? Лимон – символ солнца, жизни, улыбки. Татуировка с его изображением подойдет жизнерадостным, веселым, харизматичным людям, которые дарят тепло окружающим. Татуировки с половинками лимона подойдут влюбленной паре, если люди верят в то, что фрукт будет символизировать их искреннюю и прочную любовную связь. Лимон добавляется в блюдо для создания некой изюминки, особенного неповторимого вкуса. Именно поэтому нательный рисунок подойдет оригинальным творческим людям, которые не боятся экспериментировать со своей внешностью и жизнью. У таких людей, как правило, нестандартное мышление. Они всегда полны разнообразных и немного сумасшедших идей. Лимон почти никогда не изображают в черно-белом варианте, что понятно, так как фрукт широко известен и любим именно за свой ярко-желтый цвет. Именно это стараются подчеркнуть люди, которые решают набить у себя на теле такой интересный рисунок. Фрукт можно включать и в какие-то композиции при разработке эскиза. Лимон может быть нарисован вместе с другими фруктами, что будет свидетельствовать о разносторонности и многогранности характера человека. Можно украсить долькой лимона тату с изображением какого-нибудь коктейля, чтобы подчеркнуть стремление владельца нательного рисунка быть в центре внимания на вечеринках, вести яркую и насыщенную впечатлениями жизнь. А вот лимон, плавающий в чашке, напротив, будет намекать на то, что человек любит тихую и размеренную жизнь, предпочитает планировать свой день и контролирует свою судьбу. Значение для женщин. Для представительниц прекрасного пола татуировка с изображением лимона может символизировать некую изюминку, кислинку в ее характере или образе жизни. Она как бы говорит: «Со мной придется не сладко, но если ты сможешь меня понять, я стану для тебя лучшей помощницей во всем». Девушки, которые выбирают нательный рисунок с изображением лимона, как правило, любят авантюры и наполненную сложными задачами жизнь. Жить скучно, не их удел. Лимон привлекает в их жизнь достойных, верных мужчин. Ведь, как известно, фрукт символизирует настоящую любовь, которую ищут большинство женщин. Он также может символизировать независимость, самостоятельность женщины.
Ей не нужна поддержка, чтобы быть самодостаточной. Она умеет съязвить и достойно ответить на любой выпад в ее сторону. Значение для мужчин. Для мужчин татуировка лимона может стать символом его состоятельности. На Западе, например, уверены, что в России лимоны являются символом достатка в семье. И ведь это отчасти правда. В северных регионах нашей страны цены на этот фрукт значительно выше, чем в странах, расположенных на юге. Мужчина может быть также любителем крепких алкогольных напитков, которые принято закусывать лимоном. Представители мужского пола, выбравшие этот рисунок, могут также подчеркнуть свою неповторимость и уникальность, ведь сделать это им бывает иногда сложнее, чем милым дамам. Всегда думайте о том, подходит ли именно вам рисунок, который вы хотите набить у себя на теле. Сравнивайте его значение со своим внутренним миром и особенностями. Только в этом случае вы действительно получите удовольствие от того, что останется у вас на всю жизнь. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь заранее, большое спасибо.